Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я хочу показать вам 4 классные новинки от Born Pretty. Получила я на днях свою посылочку и хочу вам показать, что же мне пришло. Первое, что мне пришло, это вот такой вот органайзер, холдер или попросту чехольчик для хранения плиточек, пластинок, дисков Born Pretty. Очень классный, мягкий, розовый такой цвет, девчачья такая расцветка. Очень милый органайзер. По размеру он идет у нас 10 на 16 сантиметров. И вот так вот получается 2,5. Здесь кольцо такое функциональное, очень удобно за него открывать. Плюс декоративная кисточка. Это же, конечно, кожезаменитель. Никакого неприятного запаха от него нет. Внутри проложен вот такой вот мягкий вкладыш. И здесь у нас получается шестнадцать слотов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь слотов для больших плиточек L. И восемь слотов для вот таких плиточек, то есть разделенный. Итого для 16 маленьких плиточек. Вот, давайте я вам покажу. Я уже поместила квадратные плитки и кругленькую. То есть 18 вот таких вот плиточек мы можем еще разместить. Также входят сюда и плитки и вот такой вот формы. И давайте покажу сейчас вам, как входят плиточки от Born Pretty. Большие. Вставляем. И все очень удобно. Как раз я достала новую плитку из весенней коллекции. Вот такое вот у них яркое, красивое оформление. Конвертики новые. Вот адрес сайта. Ссылочки на все товары, которые я буду показывать, я вам обязательно под видео оставлю. И также оставлю вам свой промокод на скидку 10%. Можете им воспользоваться при оформлении заказа. Сразу скажу, что доставка у них по всему миру бесплатная, потому что часто меня девочки спрашивают, платная, бесплатная. Также, если доплатить, по-моему, $1.50, то можно еще и трек заказать. Вот, можно с отслеживанием. И эта плитка из новой весенней коллекции. Серия BPXL018. До этого плитки шли BPL, а это BPXL из серии Floral. И давайте сейчас буду вам как раз картиночки показывать. Видите, такие растительные принты. Я обожаю растительные принты. Очень милые птички здесь. Листики. Просто прелесть. И сегодня мы с вами сделаем вместе с этой плиточкой маникюр. Я уже нанесла лак, и мы вместе ее попробуем. Но перед тем, как приступим к стемпингу, хочу показать вам еще одну новинку весеннюю. Это вот такие вот штучки. Написано, что это, да, разноцветные пуговички, баттон. Это пуговички для выкраски гель-лаков.
Здесь 25 штучек. Также еще есть, по-моему, на 100 штучек. На ощупь как резина. Они, видите, здесь выбиты. И предлагаю вместе нам что-нибудь попробовать накрасить сейчас. Я приготовила вот такой вот гель-лак от TNL. Это номер 130 аквамарин. Видите, пуговичка уже является сама по себе как белой подложкой, поэтому, в принципе, можно выкрашивать и только в один слой. Сейчас я просушу в лампе и продублирую еще раз. Просушила первый слой, сейчас повторю. Просушила два слоя гель-лака и теперь нанесу топ. Чтобы закрепить все это дело, буду наносить топ от Blue Sky без липкого слоя. Лишний топ подотру кистью чистой и отправим сушиться. У нас все просохло. И теперь мы можем смело вот так вот легко откнопить нашу пуговичку. Видите? Она сама прекрасно отходит. Я приготовила пинцет на всякий случай. И теперь возьмем наш гель-лак. И прикрепим на него пуговичку. Может быть, у меня, конечно, первый раз получилось и не очень аккуратно, не знаю. Но в целом мне очень идея понравилась. Я номерок переклеила сюда вот на донышко, а здесь у меня будет вот такая вот штучка. Это очень здорово, мне кажется, и удобно. Надеюсь, что вам тоже идея понравилась. Мне кажется, что это просто отличная находка для мастеров маникюра. Это будет очень полезно в работе, чтобы организовать свои все материалы. Следующая новинка, которую я вам сегодня покажу, это вот такие вот хлопья. На всякий случай артикул товара 38765. Надеюсь, что я правильно показываю. Пришел аппликатор и безумной красоты хлопья. Мне кажется, что камера не передает сейчас всю красоту. Сейчас открою и покажу вам. Это такая красота. Это пигмент, он переливается разными цветами, уходит и в бирюзовый, и в голубой, и в фиолетовый. Очень красиво. К сожалению, камеры всегда очень плохо передают хамелеоны, голографики, поэтому... Надеюсь, что у нас все получится. Сейчас мы попробуем вместе нанести. Я уже сделала все, как написано в инструкции. Я приготовила типс с черным гель-лаком. И сейчас нам осталось только нанести топ без липкого слоя, на который мы будем, собственно, наш наносить пигмент. Топ нанесла, сейчас хорошенечко его просушу и вернусь к вам. Наш топ без липкого слоя просох. Берем аппликатор, как нам рекомендуется. Набираем наши хлопья. И начинаем наносить их на топ. Посмотрите, как они преображаются, какая получается красота. Они начинают играть разными гранями. Мы можем оставить так, да, пальчиком, допустим, вот так вот придавить и оставить так, чтобы был вот такой вот как бы дизайн. Либо можем нанести еще...
И мы можем наносить так до тех пор, пока нас не будет устраивать плотность покрытия. Вот покажу вам для наглядности, что получается. Получилась, конечно, безумная красота. Видите? И так очень красиво. Можно весь ноготок покрыть, можно частично. Теперь нам нужно хорошенечко все это втереть, чтобы нигде ничего не торчало. Хороший, удобный очень аппликатор. Хлопья, правда, эти летят во все стороны. Но ничего страшного. И можно это простить, потому что такой красивый хамелеон получился. Это просто что-то. Видите, я на кончике сделала неполное покрытие, и получилось вот так вот. Мне кажется, что это очень-очень красиво. И теперь нам нужно это снова покрыть топом. Я буду использовать опять топ без липкого слоя. Я приготовила палитру. Налью капельку топа на палитру, чтобы хлопья не попали в бутылочку. Я возьму кисточку для геля. Перед нанесением топа нам хорошо нужно все смахнуть кисточкой с ноготков и нанести топ. Обязательно под видео вам напишу, что это за оттенок, именно конкретно этот у меня. И ссылочку оставлю. У нас все просохло, и посмотрите, какая красота у нас получилась. Переливается всеми цветами радуги. Естественно, что я вижу его намного-намного ярче, чем может передать камера, потому что, ну, камера всегда это скрадывает. Вот посмотрите внизу, видите, прямо оттенки радуги появились. Очень крутая штука, классные хлопья. Я осталась очень довольна. Просто безумно красиво. И сейчас я все приготовлю, и мы с вами перейдем к дизайну. Будем делать стемпинг вместе с плиточкой BPX L018. В качестве подложки я использовала вот такой вот пастельно-желтый оттенок лака для ногтей от Масура. Это долька лимона 10.55. Он имеет в составе в своем блестящую микропыльцу, но на ногтях она совершенно незаметна, дает только блеск. Также нанесла уже защиту вокруг ногтей от El Corazon Cuticle Defender. Также Cuticle Defender вы можете заказать и на сайте Born Pretty. У них тоже есть своя такая розовая лента. Она у меня просохла. И можем приступать к стемпингу. Краску буду использовать черную от Conad. Штампик буду использовать от Born Pretty. Вот такой прозрачный, мой любимый. Я уже обезжирила
пластинку, сняла защитную пленку с жидкостью для снятия лака без масел. И теперь могу смело делать маникюр. Первый ноготок готов. Очищаем такие штампики мы только от скотч. Сделаем следующий ноготок. Вот такая вот красота у меня получилась. Осталось только покрыть топом для стемпинга. И все. Я надеюсь, что вам понравились новинки весенние от Born Pretty. Если это так, то ставьте лайки, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я обязательно на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, а все необходимые ссылочки ищите внизу под этим видео. Желаю всем прекрасного настроения, красивых маникюров и до новых встреч! Пока-пока!